О, наконец-то Батлграунд. Сколько же сарацинов я убил по пути сюда? Ну да неважно. Это еще что за портал? Портал в измерение... Мартхау? Мартхау... Вау, там так... Там так красиво и свежестью отдает. Эй! Эй! Опа! Ух, как же неудобно находиться в этом аватаре. Нужно и руками, и ногами, и головой двигать. Не то, что в моей истинной форме. Персидаль? Что ты тут делаешь? Да прогуливаюсь, так сказать. Ну что, ты все понял? Думаю, да. И что же ты понял? Что измерение под названием Chivalry Medieval Warfare умирает. Комьюнити все меньше и меньше, на серверах либо просоленные ультрарыцари-задроты, либо девственные новички-сквайры, прошедшие сюда по билету в 49 рублей, и которые наверняка уже покинули это измерение. И? Все? Да? А разве это не так? Ха, любой идиот это поймет. Что? Что? Я тогда не знаю, черта с два. Что, читеров стало меньше? Нет. Донатеров больше? Нет. Анимации у оружия стали еще более ебанутыми. Нет же! Ах. Не знаю. Ну почему меня одарили изрядной силой, а не интеллектом? Тогда, может быть... Может, измерение Мартхау будет идеальным новым измерением для рыцарских времяпрепровождений? Множество старых игроков перешло туда. И там в разы больше ништяков, чем здесь. Да, пожалуй, оно идеально. Ау. Зелье? Вау, Персидаль, ты видал это? Конечно же. Это зелье озарения, друг мой. Ходят слухи, что оно появляется перед теми, кто действительно все понял и осознал. Лол, да тут под этикеткой написано «Зелье оживления». Оу. Оу. Воу! Я сейчас! Ганс, дружище, ты живой? Ланселот, ты... Ты ведь сразил короля, так? Разумеется. Грац. А, вот ты где. Эх, хорошо то, что хорошо кончается. Я рад, что ты осознал всю тленность и скудность измерения Чивари. Что ж... Давайте навеки вечные покинем это прогнившее место. Да не, какие навеки вечные? Иногда ж можно и тут посрубать голову сарацинам. Что? Не понял. Ланселот, а погнали-ка в темный лес. Сарацинов там сейчас пруд пруди. А погнали. Не-не-не-не-не-не. А как же то, что ты усвоил, Ланселот? Как же измерение Мартхау? А, ну я и сказал, что там свежо и красиво. Хотя ты этого не слышал. Но это потому, что там сейчас никого практически нету. Вот когда она полноценно выйдет, тогда там будет уйма разного рода рыцарей, в том числе и сарацинов. А сейчас лучше готовиться к будущим схваткам именно тут. Ну все, погнали! А ведь верно. Эй, меня подождите!